Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о плетении цепей, цепочек викинг-нит. Вроде все про него уже известно. Куча уроков, роликов. Я вам какой-то ролик, по-моему, насколько помню, давал. Вот, скорее всего, наверное, вот такая миллиметровая проволока. И все равно поступают вопросы. И не у всех получается плести. Вернее, если что-то и получается, здесь по сути не получиться не должно. Все равно что-то, да, получается. Но, скажем так, неуправляемое плетение. Не могут справиться и добиться того результата стабильного, который хотят. И действительно, как бы, викинг-нит, всего одна петля, но эта петля настолько в конечном итоге получаются разнообразные цепи. Вот даже небольшой пример. Не знаю, насколько видно вам там под камерой, потому что все это блестит, конечно. Но в ближайшее время я сделаю фотографии последних своих, которыми я занимался последнее время. Вкратце вот так вот я опишу вам, что вот эта вот миллиметровая проволока взята довольно на основу, на которой плел широкая. Это тоненькая проволока 0,4. Это мелкая, скажем, назовем это классический викинг-нит с тоненькой проволоки. Очень даже несложное плетение. Но, как я понял, все путаются. Путаются и толком не могут понять, что и как получается в конечном итоге. И заметил я по урокам в интернете тоже, да, есть там немножко неправы те, кто дает эти фотографии. Не сильно, но как бы есть. Вот это у нас классика. Будем с этим разбираться. Буду я делать мастер-классы. Не в защите, мастер-классы будут платные. Не очень дорогие, сразу скажу, в пределах 200-300 рублей. Но где мы подробно будем разбирать каждый викинг-нит. Вроде все просто, на самом деле не совсем просто. Вот это последнее плетение, которое я делал. Еще не все, еще у меня браслеты на подходе. Три вида здесь вот представлено, то есть вот это медь, серебро, не патинированное, и под золото, тоже не состаренное. Все с концевиками. Что мы будем разбирать? Полностью досконально вот именно вот это плетение. Именно покажу я вам, на какой основе это будет плестись, какая проволока, как у вас должно получиться именно вот так, а не иначе. Ну и сплетем, наверное, какую-нибудь подвесочку, плюс ко всему, тоже длинный урок, наверное, получится, это точно, потому что будем все это разбирать в подробностях. К вам у меня какая просьба, напишите в комментариях, нужны ли эти мастер-классы. Начнем с этого, вот именно с этого интересного довольно-таки вида викинг-нит. Мне он очень по душе, я вам скажу. В конце ролика, досмотрите ролик до конца, я поставлю несколько фотографий в хорошем качестве, вот именно какая цепь получается.
Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Пишите комментарии, лайки ставьте, если считаете нужным. Ну, потом еще, если дело пойдет, разберем другие виды. Есть еще как бы подвиды, что ли, скажем, викинг-нит. Так что одно я вам скажу, что викинг-нит — это все просто, но есть нюансы, узнав про которые, вы будете достигать вот именно таких результатов. Сами можете видеть, что разница огромная. А все это викинг-нит. И вот это тоже. Будем разбирать по отдельности, чтобы не путаться. Начнем вот с такого. Очень вас прошу, пишите комментарии, чтобы я знал, нужно это вам или нет. Всем пока, до новых встреч, смотрите фотографии.